16 миллионов 780 тысяч рублей выделил город на поддержку малого и среднего бизнеса. Деньги до 300 тысяч рублей могут получить самарские предприниматели, которые взяли кредит после 1 января 2019 года и в настоящее время выплачивают банкам проценты. Соответствующее постановление приняли в городской администрации. Уже начался сбор заявок. Претендовать на гранты может как юрлицо, так и индивидуальный предприниматель. Например, он взял 1,5 миллиона рублей под 15%. За последние 2 года он выплатил уже банку, потому что проценты он должен платить каждый месяц, ежегодно. Например, он выплатил 450 тысяч рублей. Соответственно, собрав все документы, он подает нам заявочку. И из этих 450 заплаченных процентов он может возместить, получить безвозмездно на безвозвратной основе от администрации городского округа Самара 300 тысяч рублей. Среди условий: один действующий кредитный договор на сумму не меньше 500 тысяч рублей, наличие сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков, а также регистрация и ведение бизнеса на территории Самары. Я думаю, что это должно быть, потому что бизнес просто начать с нуля не каждый может, тем более не каждый бизнесмен. У нас купи-продай, купи-продай. Вот поэтому это нужное дело. Ее надо даже улучшать и наибольшее количество, чтобы бизнес знал, что он не один находится. Что власть не для того, чтобы бизнес мочить, а чтобы помогали конкретно. Документы на субсидии принимают до 1 ноября на Галактионовской, 25. Получить информацию можно на электронных сервисах бизнес-платформы РФ, Самарский бизнес-инкубатор, а также на сайте администрации Самары. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.